Открытие турнира по боксу получилось представительным. Участников и гостей приветствовали руководство областной спортивной отрасли и Федерации бокса, ветераны и именитые тренеры. Особый гость – Павел Костромин, первый брестский боксер, участник Олимпийских игр 2016 года в Рио. Для своих более молодых коллег по рингу Павел – хороший пример. Для начинающих боксеров – кумир, у которого можно взять автограф. Юношеский. У нас в области на большом уровне. Сравнительно, у нас всегда есть участники Европы, мира, по юношам, по молодежи. Вот. А вот где-то по взрослым у нас здесь сложнее. Сложнее в чем? Ребята взрослеют, естественно, какая-то материальная должна быть. Немножко в этом загвоздка. С институтом нашим немножко сложно. Например, наших ребят приглашают в другие институты. Пожалуйста, все. У нас сложно. У нас вот нужны как бы преподаватели, а спортсменам тяжело. Вот в этом состоянии. Вот Паша, как говорится, пробился так вот, ну, у него, пожалуй, за все время истории бокса Брестской области у него лучший результат. В турнире принимают участие юноши 2002-2003 годов рождения из всех регионов страны, а также из России и Литвы. Порядка 70 боксеров сразятся за медали в 13 весовых категориях. Мы этот турнир проводим для того, чтобы, во-первых, нам в Брестской области отобрать сборную Брестской области. В августе будет республика по этому возрасту. А на республике идет отбор уже к первенству Европы. Поэтому это мы приурочили практически вот к этому мероприятию, к чемпионату Европы. Для хозяев турнира эти состязания – отбор в состав команды Брестской области. Для гостей – хорошая соревновательная практика и проверка сил перед международными юношескими стартами. Было сложно. Много провел боев парень. Было сложновато, но я тренировался, старался. Все получилось, рад. Свою историю турнир по боксу памяти героев обороны Брестской крепости ведет с 1972 года. Тогда у него был статус всесоюзного. Трижды состязания приостанавливали. И вот после 7-летнего перерыва соревнования получили свое уже 4-е рождение. Бокс – олимпийский вид спорта. И в последнее время на Брещине появились хорошие традиции, хорошие спортсмены. А возможность проявить себя как раз-то только можно показать именно в соревновательном периоде. Поэтому и было такое нормальное, на мой взгляд, решение возобновить турнир, чтобы была еще раз возможность, во-первых, и почтить память. Вот. И еще раз ребятам встретиться, пообщаться, ну и показать, кто сильнее. Завершится турнир по боксу в субботу, 16 июня. В этот день пройдут финальные бои и награждение победителей во всех весовых категориях. Организаторы приглашают поддержать брестских спортсменов и вместе разделить радость победы. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.